«Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». 28-29 стихи. Итак, апостол Павел сказал в предыдущих стихах о том, что он отправляется в Иерусалим из Македонии, чтобы отнести милостыню для бедных христиан в Иерусалиме. И, как мы читали в прошлый раз толкование, прямо не говорит римлянам, чтобы они тоже поучаствовали в милостыне, но вот этим намеком дает им возможность тоже собрать какие-то деньги, какое-то вспомоществование для иерусалимских христиан. Вот. И вот в 28 стихе теперь он говорит, что когда он отнесет этот плод усердия, то есть эту милостыню, у него есть намерение через Рим отправиться в Испанию. То есть это послание предваряет его, так сказать, приход в Рим, угу, посещение Рима. А пишет он в Македонии это послание, да? Да. Вот, и в 29 стихе тут выражение он употребляет: «Приду с полным благословением благовествования Христова». Угу. Что это означает? Вот, значит, с полным, то есть в полноте, то есть исполненный всяких благодатных даров, которые подаются приемлющим и содержащим благовествование Христова. Почему он об этом упоминает? Ну, конечно, потому что этими дарами хочет поделиться с римлянами. Вот. И вот это выражение, что я приду с полным благословением благовествования Христова, как объясняют толкователи, такое обещание должно было расположить римлян ожидать апостола Павла как благодетеля, усердно о нем молиться, чтобы ничего не случилось, чтобы он благополучно пришел в Рим. Я этого не совсем понял. С полным благословением, с какими дарами это что? То есть, отнеся, раньше да, предыдущий стихан говорит, что мы им послужим в телесном, а они послужат духовно, то есть они помолятся. То есть, передав им милостыню, я как бы буду вот таким исполнен молитвой их за благодетелей. И эти молитвы я принесу вам. То есть, с одной стороны, это располагает римлян, чтобы они дадут деньги, а за них будут люди молиться, святые Иерусалима. А с другой стороны, что сам апостол придет, как бы исполненный благословение, и поделится этим благословением с римлянами. То есть, вот в таких выражениях он призывает их участвовать в деле милости и молиться о том, чтобы он пришел без всяких ненужных приключений. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться не от неверующих в Иудее, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь». 30-33 стихи. В 30 стихе он не просто просит их молиться за него, но и здесь используется выражение «подвязаться со мной в молитвах». Значит, в оригинале греческом там использовано слово синагони сосфе, то есть подвязайтесь вместе со мной. Синагони сосфе. Вот, значит, то есть молился и он сам. То есть он приглашает их в соучастники в молитве, сотрудники, вот, чтобы они вместе молились. Только не только просит их молиться за него, но и сам молится. Вот. И Иоанн Златоуст на это место обращает внимание, что насколько он хотел видеть их, насколько он желал их видеть, что держал особый подвиг молитвы и просил их молиться вместе с ним, чтобы Господь устроил поскорее ему видеться. То есть у него особый обет. Да, тут не упоминается это особыми, но он говорит подвязаться со мной в молитвах. То есть он сам усердно молится, просит их быть участниками в молитве. Вот. Не только просто помолитесь, чтобы я пришел, а вот я молюсь, чтобы мне к вам прийти, и вы молитесь со мной. Такой смысл. Вот. И в 31 стихе он говорит, о чем, собственно, молиться, чтобы избавиться от неверующих в Иудее и в Иерусалиме. Вот. То есть, чтобы не было никакого препятствия. Сейчас мы прочитаем параллельные места, которые были, значит, в Деяниях апостолов. Говорится о том, что он предвидит те скорби, которые его ждут в Иерусалиме, тем не менее идет на этот подвиг. То есть он просит молиться, но знает, что его там ждет многое неприятное. Давайте сейчас посмотрим. Вот, итак, книги Деяний, 20 глава, 22-й, 24-й стихи. 22-й, 24-й. Да. «Вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие и благодати Божией». Вот это все сказал апостол Павел уже после написания послания к римлянам. Поэтому то, что здесь он просит молиться о нем и вместе с ним, это не знак его страха, не знак того, что он боится. Он знает, что его ждет. Вот, но наоборот, это молитва как полное удостоверение
в надежде того, что молитва может избавить от любого зла. Угу. Вот как мы вот этого батюшка сегодня вспоминали, который с зонтиком шел молиться. Вот так и здесь. Апостол Павел уверен, что молитва римской церкви избавит его от всех напастей, хотя эти напасти его и ждут. Ну и действительно, мы видим, что Господь не посрамил, хоть апостол Павел и был заключен в тюрьму в Иерусалиме, тем не менее Господь его избавил, и более того, он увидел Рим. Вот это мы читали, когда читали Деяния апостольские. То есть все было по молитве и вот второе, о чем он просит молиться, о том, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Вот, то есть, чтобы эта милостыня была принята благосклонно и послужила на пользу. Об этом также он просит молиться. В 32 стихе есть очень хорошее выражение, на которое особое внимание прошу обратить. «Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам». Вот апостол Павел использует выражение «если Богу угодно». Есть очень хорошее параллельное место в послании апостола Иакова. Сейчас давайте его прочитаем, тогда будет понятно, что, почему я обращаю на это внимание. Итак, 4 глава послания Иакова, 13-16 стихи давайте прочитаем. Иаков сразу после Деяний идет. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Вот. Таким образом, видим, что апостол Павел говорит, апостол Иаков говорит, что вот такое вот как бы уверенность в собственном будущем – это свидетельство тщеславия и надменности. Вот я видим, что апостол Павел как раз говорит, если Богу угодно. То есть он планирует, но тем не менее он понимает, что не все в его силах. Вот. Если Господь благословит, то это будет. Если нет – нет. Вот. И каждому из нас хорошо бы это заправил себе взять, так поступать. Вот. И в 32 стихе есть еще одно хорошее выражение – «прийти к вам и успокоиться с вами». Вот. Успокоиться, значит, дословно здесь используется выражение «отдохнуть». Вот. «Приду и отдохну вместе с вами, в радости отдохну вместе с вами». Вот. Почему такое выражение? Вот. Не только потому, что апостол Павел поднимает труды, но это показывает его отношение к римлянам, вообще к своим единоверцам. То есть вот так в обществе единоверцев действительно можно отдохнуть, потому что мы, христиане, у нас одна душа, одно тело. Вот, и мы друг друга понимаем. Вот, это как бы вот место, где можно, так сказать, не воевать, а именно отдохнуть. Именно вот об этом апостол Павел говорит. Поэтому видно, что римляне, хоть они и жили там за 3-9 земель, они не были чужими для апостола Павла. Они христиане, они братья. Вот, и это вот очень показательное выражение. В японских римлянах здесь употребляется выражение «нагусамяо», то есть утешить друг друга. Да, да, это хорошо, да, потому что здесь... Значит, в греческом использовано тоже, опять-таки, синана паусуме. Синана паусуме. То есть соутешимся, соуспокоимся, взаимно успокоимся, взаимно отдохнем. Как раз как в японском. Да, вот, наверное, хорошо. Ну и 33 стих, как видим, это в обычае апостола Павла завершать увещевание молитвой. Опять-таки, то есть это не какая-то инородная вставка, а это стиль апостола Павла, он так пишет. И здесь он призывает благословение Бога мира, Бог же мира. Почему мир? Ну, вспоминаем, о чем здесь говорилось с двумя главами раньше, о разногласиях среди римских христиан, чтобы все это поскорее закончилось, потому что Господь подает мир. И он жаждет, чтобы среди римских христиан воцарился мир. И последняя, 16 глава, послание к римлянам, это приветствие. Вот Иоанн Златоуст, приступая к толкованию этой главы, говорит о том, что он пишет так, думаю, что многие проходят без внимания эту часть послания, как бесполезную, не заключающую в себе ничего важного. Вот. Но на самом деле, по его мысли, это не так, потому что здесь содержится очень много полезного. Поэтому мы с вами, не торопясь, прочитаем и 16 главу. То есть... Ну, не сегодня. Нет, сегодня. Сколько сможем. Вот, я к тому, что не будем гнать. Вот, если не закончим сегодня, закончим на следующий раз. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым. Помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим и мне самому». Первый, второй стихи. Вот почему с нее начинается это представление, с Фивы? Потому что именно она принесла послание, вот это послание в Рим. Вот, значит, как здесь упоминается, она была диаконисой Кенхрейской церкви. Диакониса – это особый чин, сейчас его нет в церкви, но в древности это было. Вот, значит, кто это такие? Выбирались из девиц или из вдов женщины, которые помогали при крещении женщин, вот, или при раздании милостыни, или за присмотр за больными. Вот выбирали таких людей. Вот такой женщиной была Фива. Значит, Кенхрея, где это находилось, это пригород Коринфа.
вот, довольно большое поселение, вот там была церковь, и в этой церкви служила Фива. И вот теперь она отправляется оттуда в Рим. Но это были такие диконисы, которые тоже могли в алтаре служить? Нет, это не параллель диакону. Понятно. Диакон – это диакон. Но вот диакония – это служение. То есть это служительница, по сути дела. Вот. Но вот это был особый чин. Вот. Некоторые чины древней церкви, они сейчас перестали существовать за ненадобностью. Допустим, был чин экзорцистов. Вот. Сейчас такого нет. То есть, в принципе, этим может заниматься любой священник, потому что в древности это был такой чин. То есть движение такое вот живое. То есть церковь живет, и вот сейчас как бы нет необходимости в диаконисах, потому что. Ну а в древности это было. Вот. И здесь он ее рекомендует Римской церкви, просит ее примите ее для Господа, в втором стихе, то есть примите с честью, такой смысл этого выражения, как прилично святым. Вот. Помогите ей, ибо она была помощницей многим мне самому. Значит, в русском тексте, в славянском тексте используется выражение заступница, вот, заступалась. О каком заступлении идет речь? Конечно, может здесь в широком смысле помощь пониматься, но заступление перед властями имеется в виду. То есть была она, видимо, женщина знатная, вот, и могла не за христиан, которых обижали власти, вот, заступаться, потому что имела вес в обществе. Вот, и была при этом христианкой. Вот, и заступалась она в том числе и за самого апостола Павла. Об этом он здесь и говорит. То есть, возможно, даже от гонений как-то заступалась. Что там что угодно могло быть. Вот. Какие-то притеснения, что угодно. Вот, во всяком случае, то есть она заступалась за тех, кого за обижаемых, потому что судьи и власти, они всегда одинаковые. То есть, есть и честные люди, есть и негодяи. Вот, вот от этих негодяев она защищала, но в первую очередь христиан, потому что сама была христианкой. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашняя их церковь». 3-4 стихи. Единственное, про Филу я забыл дополнить. Значит, это, она причислена к лику святых, память ее по старому стилю 3 сентября. А, по старому стилю? Да, по старому. Плюс 13-16. Вот. Акилла с Прескилой, про этих людей мы знаем из книги Деяний апостольских, в 18 главе о них там упоминается. Вот известно, что это были иудеи, жили они в Риме вместе. То есть Акилла и Прескила, это супруги, вот вместе во время правления императора Клавдия, как и все прочие иудеи, были изгнаны из Рима и поселились в Коринфе. Вот. И вот апостол Павел с ними в Коринфе и познакомился, и встретился. Вот. Кроме того, в 18 главе упоминается, что по профессии они были так же, как у них профессия была такая же, как у апостола Павла. То есть они изготовляли палатки, шатры. Вот. Этим они занимались. Вот, и после того, как была утверждена церковь в Коринфе, апостол Павел отправился в Сирию, и Акиллу с Прескилой захватил с собой и оставил их в Эфесе. Там они жили. Вот, почему мы об этом знаем? Дело в том, что следующее послание, первое послание к Коринфянам, в конце есть приветствие от Акиллы с Прескилой. Вот, послание написано из Эфеса. Вот, стало быть, в то время, когда апостол Павел писал это послание, все еще жили там, в Эфесе. Вот, мы знаем также, что послание к Риме написано примерно через год после послания к Коринфянам. И здесь, видимо, уже приветствие Акиллы и Прескилы в Риме. Вот, таким образом, из Эфеса в это время они в Рим переехали. Вот, когда, вот, в течение этого года. Можете еще рассказать? Еще раз. Значит, смотрите. Послание к Коринфянам, да. Вот, оно написано из Эфеса. Да. Оно написано раньше, послание к Коринфянам. На год раньше. В конце есть приветствие. Вас приветствуют Акилла и Прескила. Из Эфеса. Из Эфеса, коринфских, да. Своих, да. Видимо, знакомых там христиан. Но через год уже, когда сам апостол Павел в Коринфе, он из Коринфа пишет послание к Римлянам, да. Их уже нет в Коринфе и нет в Эфесе. Они в Риме. То есть они вернулись в Рим в это время. В какое точно неизвестно, но в течение этого года они вернулись в Рим. Понятно, понятно. Вот, поэтому он их приветствует. Это старые знакомые. То есть и по Коринфу, и по Эфесу. Понял. Вот. Вот это вообще очень здорово помогает при датировках этих посланий. Потому что если они вернулись в Рим, мы знаем, евреи вернулись, когда умер Клавдий. Мы знаем точную дату смерти Клавдия. Поэтому мы точно можем сказать, вот, когда были написаны эти послания. Вот. И здесь он приветствует их как сотрудников. Вот, значит, по-гречески синергос. Синергос. Ну, сотрудники не только в том смысле, что они палатки вместе делали,
вот, конечно, на это не стал бы обращать внимание, а в том смысле, что они так же, как он, трудились в проповедях Слова Христова. Вот, ну, один из примеров сейчас мы прочитаем, собственно, в чем вот это вот сотрудничество выражалось. Вот давайте откроем послание Деяния, 18 глава. 24-26 стихи прочитаем. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господни, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанновым. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли и точнее объяснили ему путь Господень. Угу. Вот, как видим, здесь прямо говорится, что человек, который проповедовал, но, однако, не до конца хорошо знал учение Христова, Акилла и Прескилла ему объяснили. Вот именно об этом сотрудничестве здесь говорит апостол Павел. Вот, в 4 стихе говорится: «Голову свою полагали за мою душу». Что он имеет в виду? Вот, точно он не объясняет, что конкретно, но мы считаем, знаем с Деяния апостольских, что и в Эфесе, и в Коринфе неоднократно язычники ополчались против апостола Павла, ополчались иудеи. И наверняка были такие ситуации, когда эти люди, Акилла и Прескилла, избавляли апостола Павла от опасности, потому что мы читали, когда Деяния, помним, что и по-воему он подвергался. Поэтому они рисковали своей жизнью ради спасения апостола Павла. Об этом он здесь и говорит. Вот. И дальше говорится: «Ни один я благодарю, но и все церкви из язычников». За что благодарят? Иоанн Златоуст объясняет, что, конечно, не только за служение словесное, но и за служение деньгами, за помощь, за страннолюбие и помощь, так объясняет Иоанн Златоуст. То есть они не только проповедовали, они принимали еще странников и занимались благотворительностью. Угу. За это благодарят их церкви из язычников. Вот. И еще одно, то есть еще одна похвала. Приветствуют не только их, но и домашних церковь. То есть это можно понимать двояко. Во-первых, что они всех своих домашних обратили в христианство, что уже тоже само по себе немаловажно. А второе, что их дом был церковью. Вот, то есть там и литургия совершалась, и принимали странников. То есть вот все это здесь вот в кратких словах вспоминает апостол Павел. То есть у них в Риме была такая домашняя церковь. Да. Вот, о дальнейшей жизни Акиллы с Прескиллой в житиях святых, из житий святых мы знаем следующее, что апостол Павел поставил Акиллу епископом и отправил его обратно из Рима в Малую Азию распространять Евангелие. Вот. И вместе с женой они прибыли опять-таки снова в Эфес. Апостол Павел, когда он писал второе послание к Тимофею, заключает его приветствием тоже. Приветствует Акиллу и Прескиллу. То есть в это время они жили там. Вот. Потом где-то в Греции и в сопредельных странах Акилла проповедовал христианство и за свою проповедь где-то был убит язычниками. Память его 14 июля старого стиля. Он один апостол из 70. То есть есть такая память 70 апостолов, да? Вот есть 12 апостолов, ближайший круг учеников, второй круг – это 70. Вот один из 70 – это Акилла. И вы сказали 14 июля. 14 июля. Июля. Да, то есть 27-го. Нет, он не был епископом Эфеса. Неизвестно, как у города он был епископом, потому что в Эфесе был епископ Тимофей. Вот, и когда апостол Павел Тимофею писал, он приветствует Акиллу и Прескиллу. То есть они там сотрудничали с Тимофеем. Понятно. Вот, но в каком городе он был епископом, неизвестно. Ну, где-то в этом районе, да? Да, где-то вот в Малой Азии. Вот, ну, не удивляйтесь, что он епископ, в древности епископы были женатыми. Вот, то есть это возможно было. Ну и вообще, я хочу сказать, что у нас представление как бы об апостолах, о миссионерах, что это в основном такой монашеский стиль жизни, да, образ жизни. То есть человек один отправляется куда-то на проповедь. Ну вот видим, вот пример христианской семьи. Вот, которые и сами проповедовали, и других наставляли, и помогали деньгами, и странников принимали. Вот, и вообще большое такое вот дело несли. То есть супружеская жизнь на самом деле не помеха вот такой вот христианской жизни. Вот как бы один из примеров христианской семьи. «Приветствуйте возлюбленную моего Эпинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». 5-6 стихи. Вот, значит, здесь про Эпинета, здесь очень такая действительно высокая похвала. «Начаток Ахаи для Христа». Угу. То есть первый из греков, кто уверовал во Христа. Неизвестно где, в Афинах или в Коринфе, но во всяком случае это первый человек, который крестился в Греции. Угу. Вот, не Азия, вот это Ахая стоит. Ахая. Да, Ахая – это Греция. Ахая, да. Ну да, это, то есть Азия – это… Это не Азия, это Греция – это Европа. Да. Угу. Вот, Ахая – это древнее название Греции. Сейчас Эллада, а в древности говорили Ахая. Угу. О Пинете известно, что он также стал он один из апостолов 70. В житии его сказано, что он стал епископом в Карфагене. Память его 30 июля старого стиля. То есть 13-го, получается, августа. Да. Карфаген в Африке. Да, Карфаген в Африке. Да. Вот. И в следующем стихе, 6-м, приветствует Мариам, которая много трудилась для нас.
Вот, ну, о каких трудах? Опять-таки, это помощь деньгами, это и другие вещи. Ну вот, я хочу, сегодня у нас уже время осталось 3 минуты, тут просто прочитать из Иоанна Златоуста, очень хорошее место, что он об этой Марии или Мариам говорит. Он пишет так. Мария, кроме слова, служила иным образом, именно тем, что подвергалась опасностям, сужала деньгами, совершала путешествия. И дальше вот женская часть нашей группы должна внимательно слушать. Ибо тогда женщины были неустрашимы львов и разделяли с апостолами труды проповедничества. Почему с ними вместе путешествовали и справляли все прочие службы? И за Христом следовали женщины, усердствуя учителю, имуществом своим и прислуживая ему. Так, к сожалению, женщины эволюционируют, и сейчас не столько смелы, сколько просто мы страшимся уже женщин, как львов. Вот. Львами они остаются, но хотелось бы, чтобы христианские добродетели все-таки доминировали в женщинах. Ну и на этом помолимся.